Общенациональный референдум по поправкам в Конституцию прошел на высоком уровне. Об этом сегодня заявил глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ Тамаш Месерич. Делегацию встречал председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров. Как отметили представители миссии в республике, были созданы все необходимые условия для международного наблюдения за референдумом. Тамаш Месерич поздравил руководство ЦКР с завершением работы и поблагодарил организаторов за эффективное взаимодействие с миссией на всех уровнях. Стороны подтвердили готовность дальше сотрудничать в режиме постоянных консультаций в межэлекторальный период.